Я просто немножко как бы свою историю расскажу, что вот когда я еще жил в России, там, и у нас приехали американцы, где-то группа, ну, они как миссионеры, это были, по-моему, 90-е годы. Если так, где-то 90-е годы, и они приехали, и они сразу, это была Church of God, это движение, есть Ассамблея Божия, а есть Church of God. И они сняли где-то 15 или 17 кинотеатров по Москве. Ну и, в общем, сделали евангелизацию, и потом они уехали, а людей-то как привлекли в церкви, и вот звонит мне Сергей Ореховский, говорит, вот по твоей дороге, где ты живешь, по Казанке, есть такая вот на Рязанском проспекте церковь, кинотеатр «Ташкент». Не мог бы ты там возглавить эту церковь? Я говорю, ну, я не знаю, я никогда это не пробовал, не делал, я же не знаю, как даже это делать. Ну, он говорит, ну, ты там приди, хотя вот американцы пока не будут евангелизации, ты немножко как бы с ними там побудешь, ну, а потом дальше, может, как там получится у тебя. Ну, я так думал, ну, ладно, надо попробовать. Думаю, не знаю, получится, не получится, ну, что сделать. Ну, и так походил там, пока не были, там переводчики были, все проповедовали они там. Ну, людей они набрали вот так полную толпу. Полный зал был, ну так много, я даже удивился, как же они вот людей привлекли. А они, знаете, брали брошюрки, и они везде их раздавали, у метро, по всем магазинам, на улице, просто как бы приглашали людей. Ну, знаете, 90-е годы, только начало таких как бы евангелизаций, таких еще не было, знаете, после вот Брежневской оттепели, вот это, когда Горбачев уже, вот это, и вот эти, знаете, просто, ну, я говорю, ну, ладно, хорошо, я попробую, ну, и так, знаете, и приходилось мне, что, и получилось так, что в воскресенье я прихожу на собрание, пришли люди, все сидят, американцев нету, они уехали, знаете, ну, и что делать, надо проповедовать, надо что-то говорить, какое-то слово, большой зал, знаете, я не знаю, сколько было там людей, но было много. Ну, и как-то надо что-то говорить. И мне приходилось, и у меня не было никого помощников. Ну, я как смог, сделал там пение, что-то сыграл сам, что-то спел, и потом, значит, сказал проповедь. И, знаете, вот так, и так, слава Богу. Ну, постепенно потом как-то люди рассеялись, знаете, осталась просто группа. И, знаете, из всего зала, ну, что сделаешь, как говорится... Ну, я просил даже на нашу Тамилинскую церковь, молодежь, чтобы они мне помогали. Какое-то время они мне приезжали, там, делали пение такое, в общем. Ну, постепенно, постепенно, конечно, людей было меньше и меньше, и мы потом просто ушли на домашнюю группу. Ну, знаете, и вообще-то я так скажу, что из всех этих, по-моему, 15 церквей, по-моему, осталась одна или две, где какая-то группа людей все-таки осталась. Остальные в основном просто закрылись. Ну, не знаю, по какой причине, или, может быть, это, знаете, не было такой работы с людьми, знаете, вот, просто, знаете, как, может быть, вот. Ну, ничего, слава Богу, что все равно какой-то был труд, знаете, и что-то я все-таки какой-то талант употребил для того, чтобы все-таки эти люди, которые, знаете, у меня вот, просто я ее вспоминаю, она ушла уже в вечность, это баба Лида, в которой мы потом собирались. Вот, и у ней было такие, знаете, она даже, знаете, ангел ей сказал, что когда он ее будет забирать, просто как свидетельство, она как, была как вторая мать моя. Такая, знаете, ну, мы у нее всегда собирались, она такие, знаете, ревностно любила Господа. И просто она сказала, сестры, говорит, мне ангел, Господь сказал, что когда он меня заберет, она уже себя приготовила, все, он говорит, вы позвоните, если я не отвечаю, приезжайте, ключи, дала им ключи, открывайте, я уже ушла. Просто и Господь вот так ее забрал, знаете, такой был как свидетельство этой сестры. Вот, поэтому, ну, хорошо, когда люди вот так уходят к Господу и знают, куда идут, и Господь вознаграждает. Ну, мой стих будет, он такой старый, известный, я его иногда рассказывал на евангелизации еще там в России. Я немножко чуть-чуть кратко еще займу, просто как свидетельство. У нас такая, знаете, организовалась, как сказать, группа из разных трех направлений. Из трех, значит, были братья там, сестры из баптистов,
из единственников, ну и мы из пятидесятников. Там. И мы делали в Раменском там евангелизации. И я иногда на этих, где-то мы в парке делали открытую, и там я, мы рассказывали. И я вот стихотворение рассказывал, вот это, может быть, вы его все знаете, но я его хотел бы так вам напомнить. У нас старое стихотворение называется «Молитва матери». Вот. Ну, я бы хотел бы его этим стихотворением поделиться, вот как-то вас вдохновить, или, может быть, те, которые молятся, может быть, за родственников своих, которые еще не пришли к Господу, не отдали сердце свое, что молитвы сильны творить и после смерти чудеса. Я его расскажу по памяти, если, может, что-то я там забуду, то, не, так сказать, как просите, я уже, знаете, вот, ну, хочу это рассказать стихотворение. Друзья, заранее прошу прощения, быть может и не время вспоминать, но вспомню все мгновенно, деревню нашу, дом отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: сыночек милый, к Богу обратись, и ежедневно обо мне молились, но я любил совсем другую жизнь. Мне не забыть, наверное, навеки, тот страшный день отец мой умирал, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. Но где же Бог твой? Что ж он не спасает? Он исцелитель, что ж ты не встаешь? Без Бога люди так же умирают, и ты, отец, как все, в земле сгниешь. Отца похоронили, мать молилась, втройне молилась о душе моей, потоки слез, что за меня пролились, я не забуду до кончины дней. Но тогда я думал по-другому, была противней мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор тайком. Тогда кричал я: вот она, свобода, теперь я волен в мыслях и делах. Но я не знал тогда, что жизнь – это болото. Ступил на кочку и увяз в грехах. И жизнь меня как щепку закрутила в водовороте суеты и зла. Вначале хорошо кружиться было, но вскоре закружилась голова. И вскоре стал мне страшной адской мукой мне каждый круг и каждый оборот. Я волю допрягал до боли руки, но жизнь водоворот, водоворот. Метался я, не находя ответа, и вот однажды ночью, летом сильный дождь, на улице я друга детства встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Предстал передо мной милый образ, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, а вырвались бездушные слова. Ну как там мать меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Да вот заехать все собираюсь, да времени не хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела, дела, работа. Помолчал бы лучше, твои дела нетрудно угадать. Я расскажу тебе, но только сердцем слушай о том, как позабыла тебе мать. Когда ты скрылся, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила. И каждый день с невзгодой лютой споря шла на распутье и тебя ждала. Но когда стоять уже была не в силах, когда уже совсем в постель слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела и тебя ждала. И руки свои простирая к Богу, молясь во имя пролитой крови, она стояла влитая в дорогу с надеждой, верой и любви. Я побеждал, постегнутый как плетью, одним желанием жгучим, как огонь, увидеть мать. Не опоздать, успеть бы, успеть пред ней раскаяться во всем. Вокзал и пояс, и одно лишь слово, в висках стучало молото сильней. Хотел не думать, но напрасно снова. Я слышал лишь одно: скорей, скорей. Вот поезд стал, я вышел от волнения, меня всего трясло и что-то жгло внутри. И я шагнул, дрожащий, смертной тенью, от пламени горящего внутри. Знакомая дорога и деревня, но только незнакомый сердце стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, и тут отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, в тише зашелестев листвой,
Меня к его могиле потянули заросшей и заброшенной тропой. Я шел до боли, напрягаясь зрение. Склоненная березка, значит, здесь. Впервые в жизни встал я на колени, прижав к щеке холодный мокрый крест. Прости, отец, безумную ошибку. Ты прав, ты жив. Я слышу шепот губ. Стоишь ты предо мной, твоя улыбка, а я зловонный, сгнивший мерзкий труп. Но я заботой и любовью к маме сотру все прошлое, клянусь тебе, и ты, наш папа, будешь сердце с нами. А если мать, мать уже в земле? И сердце снова бешено забилось. Я оглянулся, тьма, низги кругом, и тут луна окрестность осветила, и я увидел рядом свежий холм. И лишь луна, и только звезды знают, как я на холмик мамин пал, и холмик мамин обнимал руками, и землю по сыновице целовал. Ты слышишь, мамочка, прости, родная, не надо, не молчи, открой уста, умоляю, стань. Но холм молчал, дыша могильным тлением. И тут я понял, кто мне даст прощение, и к нему я с воплем руки простянул. И эта ночь последней стала ночью моей беспользной, грешной ночи. Она открыла мне слепые очи от пламени, горящего внутри. С тех пор живу я с Господом Иисусом. Он для меня счастье, жизнь и полнота. И сотни раз сказать не постыжусь я, что я не мыслю жизнью без Христа. Когда же я вижу пред собой картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом с ней напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: вы, матеря, имеющие сына, прострите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши сильны творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом вместе, чтоб своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать. Аминь.